Это шутан от первого лица, ты посмотри. Тихо. Третье, я же говорил, здесь возможно стать третьим за первый круг. Мне теперь Хантер чем-то Бэтмена напоминает. А, это... Блин, ты бы сразу сказал то, что надо прыгать. Хей-йоу, ребята, всем привет, с вами Ганс, и продолжаем проходить Спайро 3. В этой серии, я думаю, мы с тобой пройдем один вот такой вот раунд. Так. Не-не-не, не он. Где здесь быстрый раунд, который на скорость? Здесь? Ну-ка, брейс. Да, спидвей, он самый. Пройдем его в первую очередь. Мы как раз еще в предыдущем же уровне Хантера не нашли. Теперь-то мы знаем, где он там стоит, и, соответственно, мы его освободили. И он будет теперь там стоять. Давай. Все побыстрее. Да. Да. Гоним. Птичка. О, фига вас, как тут долго догонять. А, я думаю, в этот раз мы с тобой сейчас не успеем это сделать, и мы это сделаем... В следующий раз. Я думаю, это будет более вероятно. Вот так. Два. И последний. Оп. Теперь поворотом. Раз. Два. Упс. Давай. Побыстрее. Лоп. О, тут еще какие-то киты плавают. Ну не киты, а рыбешки мелкие. Так, теперь разбираемся с тобой. Лобстер. Опа. И на разворот. Раз, два, три. Это вообще какие-то старые бабехи. Погоди. Успеем, он последний. Просто иначе бы я бы точно бы в воду бы упал. С первого раза опять? Так, нет, аут. Давай второе задание. Это сейчас у нас с тобой будет гонка. Дай мне гонку. Да. Погнали. А, здесь мы будем соревноваться как раз, получается, с... как... Пеликаны или кто они? Опа. Пеликаны. А, пеликаны. Тихо. Ща я его нагоню. Надо немножко... Ой-ой-ой, можно было в две войти сразу. Но что поделаешь, ладно. Пеликан, а ну стоять. Тихо, пеликан. Я первый. Я батя на этой трассе. На тебя. Так, это все у нас пока что первый круг. Офигеть, я до сих пор пятый. Чувствую, это будет сложная гонка. Ну как сложно? Да фига. Это что за фигня была? Ты видел, меня в воздухе туда-сюда заштормило? Это, походу, дело недоработка в декорации. Потому что там рядом камень был. Ладно, еще раз. Сейчас ты скажешь, ну, конечно, да, давай, оправдывайся. Научись летать. Нет, друг мой. Там была декорация. Но... Зараза, надо было позже все-таки выпустить. Здесь, оп. Даже 3-4. Ну-ка, пока, тюфяк. Опа. О-о-о, нифига себе здесь. Да, трасса будет огонь. Ты прикинь, это что, охренеть? Если... напомню тебе секрет. Здесь ты придешь первым, если ты будешь попадать вот все вот в эти кольца. Ну, в звездочки, точнее. Если ты в них попадать не будешь. Ну, вот это не обязательно, конечно, но она как бонус тоже хороша.
А то ты первым хрен приедешь. О, промазал. На тебе, в сраку. Беги, 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 лети точнее. О, надо здесь тогда делать вот так. Лети, 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 лети. А! Надо привыкнуть. Да. Челлендж начинается. Ну а ты что хотел? Это последняя гонка. Последняя гонка не может быть легкой. Я просто почему решил ее пройти, чтобы сразу все нервы потратить заблаговременно. Потому что на ней, я чувствую, будет реально жопа. Вот так. Давай-ка здесь я прилечу прямо, потому что особого толку нету. Я уж лучше вот так вот сокращу. Блин, а вот от этой нижней, конечно, был бы толк. Ладно, летим дальше. Сейчас посмотрим и привыкнем. Надо хотя бы круг сначала закончить. Вот, вот смотри. Вот сейчас почему-то меня... Не вытолкнула декорация. Но я не попал в круг. Ладно. Я из Спайра. Его крылья и воздух одно целое. Сейчас мы с тобой все сделаем. Смотри. Тихо. Я спокоен. Я само спокойствие. Куда, 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 мать твою? Тихо. Я ж вроде ракету брал, нет? Ладно, значит, не брал. Вот тут. Тихо, я еду. Точнее, лечу. Да какого фига ты в нее не попал? Ты же своими рогами зацепил ее. Опа. Ладно, я все равно четвертый, но мог быть, возможно, даже третий. Так что нет, за первый круг, я думаю, это реально обогнать троих, остальных по, да, вот так вот нарастающий. Потому что чем дальше мы ближимся к финишу, тем их сложнее догнать. Потому что большую часть звездочек они начинают использовать. Пошел отсюда, щусенок. Во, хорошая траектория сейчас была. И сейчас тоже. Давай вниз. Вот так. Ха-ха. Да ладно, я типа этим ударом могу их ударять, когда я нахожусь в таком кручении? Я не знал. Возможно, да. Его же это оглушило как-то. А, вот сейчас вот опять! Вот сейчас опять, ты видел, меня вот так вот забросило туда-сюда. Собрались. Сейчас все сделаем. Меня просто уже немножко прикипать начинает, если честно. Уж очень я не люблю вот эту мозгокрутку, если честно. Ну-ка, пошел, гуляй, Вася. Сейчас еще тебя обгоним. Нет, пока не обгоним. Тихо, во. Четвертый. Третий. Я же говорил, здесь возможно стать третьим за первый круг. Тихо. Он меня сейчас обгонит, падла. Вот это вот очень странно. Я их по прямой обогнать не могу, они меня могут. Я говорю, здесь все решают вот эти звездочки с ракетами и ускорением. Получил по харе, мать твою. Вот так вот. Да, все-таки тогда, когда я кручусь, значит, я могу их
уронять. Так. О, да ладно, я первый. Тихо ты, ё-моё, ага, первый. Да, первый, смотри, все, главное теперь не потерять лидерство. Вот это самое главное, самое главное. Нужно аккуратненько, все очень филигранно, все очень тонко и красиво сделать. Это делается вот так. Я на всякий случай возьму ракетку. Смотри, он меня догоняет, падлу. Видишь его? Клюв сзади. Ты там особо не пристраивайся, дружок. Я отлетать умею. Так. Здесь я рисковать вниз уходить не буду, вот именно вот здесь. А вот на следующий я вниз уйду. Вот так, отлично. Красавчик, Спайра. Здесь я тоже рисковать не буду, ну нахрен, здесь мы уже сколько раз с тобой проигрывали на этом месте. А вот и наш финиш. Отлично. Победа. Вот так эти дела решаются. Нет, аут. Дай мне сюда мое яйцо. Дай сюда. Джесси. Так, теперь вот так. И скорее всего нам нужно здесь найти, насколько я понимаю. Да, Хантер. Ну, Хантер, я думаю, находится где-нибудь. Нет. Да тихо-то, лети вот сюда. Значит, вот вот здесь. Да, вот он. Хантер. Хантер. Я думал, ты тут. Нет, его здесь нет. Ну-ка-сь-ка. Вот он, значит, да. Здорово, друг. I just saw another one grab an egg and fly off. I'm gonna chase him down. Все, погнали. Давай. I'll be right back. Делаем дело. Ого. А в чем задача? Что нужно делать? А, и все, и так легко. Но в этом же нет ничего сложного. Мне теперь Хантер чем-то Бэтмена напоминает. Вот ему делать нечего, его выпуки ловить. Или мы его типа так догоняем потихоньку? Догоняем или не догоняем? Потому что чем мы ближе, тем сложнее в них попасть, само собой. Давай, давай, пукай. Пукай, пукай, пукай. Тихо. Хера он хитрожопый индюк, реально. Опа. Надо немножко предугадывать его движение, чтобы его догнать. А, все? Да ладно. И он падает, разбивается. Рассыпался. Отлично. Здесь мы вроде бы все собрали. Да, 3 из 3. Все, пока. Выходим из этого уровня. Мы с ним разобрались. А теперь мы с тобой вернемся в уровень, где мы Хантера в тот раз не нашли. Это вот здесь было, да? Путешествуем. Так, ну. Да, давай рассказывай быстрее. Все, я выбрал. Так, Хантер был где-то... Вот он, да. Здорово, дружище. Стартуем. Да чё за нахрен? А, это... Блин, ты сразу сказал то, что надо прыгать. Я-то откуда знал? Я смотрю, что-то эта фигня как-то все ближе, ближе, и ничего особо не происходит. Воу. Прыгай! Ё-моё, Хантер, ну ты чё? Прыгай, Хантер! Он не прыгает. Я уже раз за два нажимал, он не прыгал. Еще раз. Да тут ничего сложного нету. Вот, прыгни, красавчик. Прыгай, во. Я не знаю, почему он не прыгает. Прыгай. Пока все нормально.
Тихо. Чё-то я распрыгался, как кузнечик. Тихо. Кто-то же. Чё, сколько кругов-то от него бегать? Вроде бы уже круг один навернули. Это, кажется, уже второй круг идет. Да, это второй круг уже. Что должно происходить-то, я так и не пойму. А, во, все. Баран разбился. Да, я это видел. Да, все, 3 из 3. И у нас еще с тобой остался... Да погоди, не то. А хотя зато так будет проще сразу в другой раунд попасть. И вот здесь мы с тобой еще не играли за мартышку. Давай поиграем. Так, окей. Нам с тобой нужно вот сюда, насколько я помню. Давай, лети уже. Цель, сготовься. Пли. Так, и вот здесь. Ну-ка, погоди. Во, чтоб они больше не вылезали здесь. Ой-ой-ой-ой, не, какой, это ж да. Это немножко не здесь. Это вот здесь, наверху. Да, это здесь наверху. Пока, пока. Вот здесь это. Да. А вот в прошлой серии, когда я падал, да, ты вот не мог так в воздухе подхватиться, да? Говнюк. Погнали, друг. Это шутон от первого лица, ты посмотри. Ага. Ага, сейчас разберемся, погоди. Прицелиться. Окейушки. Давай, хватай жизни. Оу. А че ты не берешь-то? Во. Ишь, блин. Решил не сып. Ты откуда здесь взялся? На тебя, река. На тебе рикошетом. Ой-ой-ой, я тебя даже не заметил, фига ты. Фу. А чё такое-то за фиг... А, нужно же... Все, я понял. Это вот опять же они из этого говна вылезают. А какие вы это-то? Ребят, у вас что-то слишком уж много. Нормально так, да? Ну серьезно. Вон там он сверху еще придурок есть, смотри-ка. Опа. О! Они типа меня сразу заметили, что ли? Я выдал свое местоположение. А что за жучка-то? Понятно. Это жизнь. Опа-опа-опа-опа, тихо. Мужики, я здесь с вами. Нет, не бьем меня, не трогаем. Вау-в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 ау. Я пошел отсюда. Охренеть вас здесь, ребята, вы чё? А, здесь тупик. Воу, типа 2 удара, что ли? Все, я труп? Это не дело. Тихо. Пошел отсюда, друг. Еще он сидит на потолке, блин. Херней занимается. Блин, друзья, ну так вы что-то как-то это оборзели слишком. Припухли. Да тихо ты. Эй! Ну наконец. Давай, во. Все. Жизнь восстановили. Так, здесь вроде бы мы все уничтожили. Че она так отлетает, непонятно. А вот так, если хочу. А вот так. Прикольно. Не, мне вот это то, что рикошетят патроны, очень нравится. Это реально очень забавно и прикольно. Ага.
Я тебя обдурю, мать твою. Ушел, ушел, типа. А че у вас так много-то, реально? Ребят, вы что-то как-то реально приборзели немного. Тихо. Я иду. Не двигайся, дверь. Понятно, кто-то вышел. Так, собираем все кристаллы. И пойдем дальше. Без кристаллов идти дальше нельзя. Мы же на 100% хотим уровень зачистить, правильно? Правильно. Походу дело нужно будет где-то еще один кристальчик набрать. Ушел туда, ни хрена себе. Тихо, ракета. Дверь, спасибо. Горей, жизнь. Кушай. Хоть так. О, привет. Матерый. Ты что-то какой-то медленный слишком. Он, наверное, представил то, что он в слоумо. Нет, не ломается, нет, не ломается. Ладно, поэтому идем дальше. О, а вот и яйцо. Давай, бери его. Бери. И это бери. Последний, надеюсь. Нет. Ладно, давай забираем яйцо. А это кто? Прикольно, типа продолжение, что ли? Или нужно успеть назад вернуться? О, здрасте, приехали. Да! Взял и под ракету прыгнул, а? Ну ты молодец, а. Ага. Так, здесь вроде бы со всеми. А вон еще кристальчики валяются, да? А, нет, это жук. Воу! Достреливай, 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 достреливай. Во. А теперь со спины. Разбираемся, то-то же. Дай мне жизнь. Есть еще, нет? Нету. Так, вот еще один кристальчик. Ой, фига себе вас тут. Ха-ха. Матерые ниндзя. Так, здесь больше нет. Тихо. Мечтай. Они, походу, дела здесь, да, вылетают вот из этой трубы. Как всегда, из ящика. Пошел отсюда. Да дайте мне хоть жизнь. А, я уже жизнь взял. Все. Что-то я не заметил, что я их забрал. Тихо, 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 тихо. Не борзем, ребята. А, тут еще одна. Охренеть вас тут. У-у-у. Весело, 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 весело. А, тут третья. Да ё-моё, я думаю, что они с той стороны-то подвигают. Ага, мечтай. Фу, окей. Пока мы с тобой неубиваемая машина. Это пока. Ну-ка. Кто-то же. А, у нас жизнь целая. Ладно. Не нужно. Фу! Тихо. Привет. Ага, конечно. Мечтаю. Ага, ага. Уа! Фу! Тихо. Это я здесь. Я главный персонаж. Тихо. Всех раскидываем. Потихонечку, полигонечку. Здесь что, все пусто, пусто. Я на всякий случай проверяю, чтобы кристаллы не пропустить, потому что... Нам все равно пока чего-то здесь не хватает. Но здесь, наверное, сейчас мы этого главного убьем, да? У-ху-ху. Нифигашечки себе. Давай, 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 ломай его. Ага, конечно. Так, кристалл берем раз. Кристалл берем два. Да, все пройдено, окей, все. Теперь освобождаем мальчишку. Парень, здорово.
Окей. Давай яйцо сюда последнее. Донован. Все, да, на 100% пройдено, по сути, да? Level complete. Отлично. Так, отсюда мы с тобой уже можем выдвигаться, в принципе, обратно в наш последний мир. Ну и в принципе тут я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает мой канал. Ссылочка на плейлист и паблик ВКонтакте, как всегда, будет в описании. Подписывайся, не забудь поставить сосочный лайк. А также рассказывай своим друзьям и жми на колокольчик, чтобы узнать о выходе новых серий самым первым. Спасибо за просмотр, до скорых встреч. Пока-пока.